Шайба через Брадо. Вполне возможно, что снова это был Габарик. Но повтор покажет, как это было на самом деле. Снова не хватает Габарику высоты полета шайбы. Ричардс, он сейчас на месте защитника находится. В другую сторону передача. И все-таки гол. Как же там шайба-то оказалась? Она вроде все, в лицевой борт уже пошла. Потом отскакивал на пятак и вроде бы на клешку Сальвадору. Он же был чуть не на корму впереди соперника. Она что, в лезвие его конька попала? Такая весьма странная шайба, которую рейнджеры забросили. Давайте еще раз поглядим. Итак, вот Сальвадор, вот Волченков. Вот они, перед ними Дерек Степан. Ах, Брадо! От его конька, от его лезвия шайба рикошетит. Как же обидно-то, да? И для Марки, и для всех болельщиков Дел, что вот так вот все случилось. Не успел переориентироваться, не успел здесь хоть как-то изменить положение своей ноги Брадо. Как она была выставлена под прямой бросок, так оно вот, в итоге и осталось. Так, ну что, на кого запишут шаг?